Всем привет! С вами Элена, канал «Замуж за Чеха», ну и Миланчик, конечно же, за камерой. Дорогие мои, знаете, как говорят в жизни, никогда не говори никогда. Помните наше с Миланчиком видео из рыбарницы, когда мы так расстроились, когда нам отказались чистить рыбу, я сказала, все, я туда больше никогда не иду, рыбу чистить никогда не буду и не хочу, фуй, вообще-то делать. Ну, друзья мои, нам Паница Петич почистила рыбку. Честно признаюсь, я ее пожарила аж только на следующий день, потому что у меня было плохое настроение. Но, друзья мои, когда мы ее пожарили, это был сибас. Друзья мои, уж на что я не люблю рыбу, но это была такая вкусная, вот просто свежая, выловленная, вкуснейшая рыба. Я сказала Милану, слушай, давай гордость свою засунем куда-нибудь подальше, простите меня за это выражение, и погнали-ка мы сегодня рано утром в рыбарницу и купим ту же самую сибасика рыбку. Мы туда пришли и купили две вот такие рыбки. Wow. Ой, она скользкая. Спасибо папулечке за ножичек, который с нами постоянно путешествует. Ножичек остренький, так что теперь, я думаю, я попытаюсь с этим справиться. Сегодня будет веселое видео. Я наблюдала, как Паница Петич это делает. Такой мастер-класс прошел. Ну и посмотрим, что сегодня у меня с этим получится. Так что будет такой веселый влог. Элен чистит рыбу. Посмотрим, сколько я с этим буду возиться по времени. Ну что, погнали. Рыба зовет. Ну что, начинаем. Рыба, привет. Берем рыбу. Смотрим на нее. Рыба. Мы уверены, что это рыба. Значит, ладно, это шутки. Друзья, конечно, я понимаю, вам не надо говорить, как это все делается. Рыбочистки у меня нет. Поэтому сейчас, наверное, полетит кругом чертова чешуя. Начинала она чиститься с хвоста. А что, хорошо получается, кстати. Мне может даже понравиться. Слушайте, мне понравится, останусь на висе. Рыбу и зарабатывать. О, слушайте, как хорошо. Они будут продавать рыбу. Хотят чистить. А я буду стоять сразу же у рыбарницы и говорить, чищу рыбу. Чищу рыбу. Ой, слушайте, а мне нравится, как это классно. Так, сейчас мы ее вот так. Половина рыбы. Слушайте, я прям вообще прям мастер-мастер. Прям. Я даже не ожидала, что это так весело. Чистить рыбу. Теперь. Конечно, потом руки, наверное, будут вонять. Я, конечно, ненавижу, когда руки воняют рыбой. Извините меня за это выражение. Слушайте, а ничего, кстати, прикольненько, мне нравится. Ух ты! Ты классно. Рука, мне нравится. Ну, так супер. Я, честно говоря, друзья, для меня, наверное, ну, я не знаю, вытаскивание внутренности, наверное, тоже сейчас будем веселиться, но... Думаю, что, наверное, вот этот самый такой момент жуткий. Я думаю, что, наверное, сейчас еще мы вот так почистим. Вот так прям и животик почистим. Кошка у нас, друзья, отказалась есть свежую рыбу, но поела с удовольствием жареную. Такая у нас кошка. Так, покажи, так. Что вы учились в хирургии на медицине. Да, сейчас будем вскрывать. Так, ну что, вроде как. Готово. Сейчас, Паница Петич потом брала, чтобы видно, эта чешуя нигде не раз... По всему этому самому она вот так брала. Ее и сразу в пакетик. Я очень внимательно наблюдала, как она это делает. Хорошо, что раковина такая есть. Мы сейчас находимся, меня это называют летняя кухня. Прямо напротив мы вам, естественно, обзоры наших апартаментов покажем. Ну, мало места здесь. Ну, здесь Миланчик сейчас снимает, да, мало места, но главное, что, слава богу, друзья, я как подумала чистить в номере, думаю, ну, у нас там есть кухня, вам потом покажу. Думаю, ну, как бы, извините меня, ну, а на самом деле, сейчас тут, под... сейчас. Ну, на самом деле, не так-то это все и плохо. Здесь-то в этом большом... как называется, взрезаю, там ничего нормально. Так, теперь, что она делала дальше? Дальше она брала как-то вот так жабры. Брала вот
Где жабры-то? О, жабры, видите, розовенькие, хорошенькие, свеженькая рыбка. Значит, берем вот так за жабры. Она вот так брала, шубидуб. И сейчас погнали как-то так разрезать ей живот. Причем она как бы не напрягалась в плане каких-то там кишок, желчных пузырей разрезанных. Она нормально фигарила. Да просто это со штришку мимо. Ну простите, я рыбу никогда не вскрывала. Ну, люблю. Ну, наверное. Так, а потом она как-то брала. Мой хирург. Она, подожди, я. Она брала потом. Подожди, надо еще, наверное, больше вот сюда к голове, потому что она потом вытащила прямо с жабрами. Как-то так хорошо с жабрами. О, точно, наверное, вот так. Вот то, точно. Друзья, вы простите, я сегодня решила просто поприкалываться и снять вот это видео. Это не то, что мастер-класс, это просто мы с вами развлекаемся. Я развлекаюсь, точнее. Как-то вот, вот как-то вот так, по-моему, да? Ла-ла-лай. Боже же мой, фу, какой кошмар. Ну и все. И все, да? Вообще-то оно надеется. Простите меня за звуки, которые я издаю. Как-то это прям так. Потом, что она делала? Потом, сейчас мы это все. Кстати, даже я желчной не разрезала. Видишь, бровку, как я ее велела? Там то вычистить. Желчный на месте. Видишь, бровку, я сам желчник не разрезала. Ну, это для был желчник. Нет, желчник вот тут где-то остался. Вот он, видно, что ли, желчный, да, наверное. Я, конечно, анатомию рыбы. Да, хирург мой. Так, сейчас она говорила, ну, понятно, если хотим на гриль, то с головой, если без гриля, то нам голова не нужна, суп варить не буду, значит, беру вот так, рыбку педальди, не говори мне под руку, она рыбка мягкая, все, голову мы отрезаем, отрезаем голову, слушайте, я прям вообще профик, елки-палки, отрезаем хвост. Сейчас она скользкая, зараза такая. Прости, рыбка, я тебе поломала хвостик. Так, теперь мы что делаем? Отрезаем, наверное, вот эти штуковины, да? Плавнички. А ты видел Броку, как она это делает или нет? Я видел, потому что я уж совсем навещал. Ага. Сейчас, у меня здесь не получается. Здесь мало просто. Мало места здесь. Не видел толку. Друзья, я думаю, что для первого раза в жизни вы сейчас видите мою премьеру, дорогие мои. Я первый раз в жизни. Ну, скажу так, сколько ты людей на питевне имела под собой? Ну, под руками. Ну, много, ну, были, как бы, вскрывали. Вскрывали рыбу, я не вскрывала, конечно. Слушай, а это я, наверное, оставлю же. Это же она вставляла, по-моему, да, этот плавник же верхний. Я не помню, что она с ним делала. Что, оставим, ты это выберешь потом. Я только вот этот плавник сейчас головной еще уберу, вот этот. Мы будем жарить. Значит, одна рыбина готова. И пахнут. Сейчас, на Броку, я не буду разводить воду, я сейчас вторую рыбу почищу сразу. А потом это все соберем вместе. У нас есть еще вот я еще рыбеха. Сейчас я быстренько, Миланочка, сейчас выключу камеру. Сейчас я то же самое сделаю вторую рыбу. И покажу. И помоем вместе. Так что пока на секунду. Сейчас, секундочку. Ну вот она, вторая рыбка. Сибасик, вот она. Мы отдали за две рыбы сегодня сколько? 125 кун. Вот за эти две рыбы. Так что считаю, что неплохо. Так, иду чистить вторую рыбу. Ну все, я рыбку почистила. Вроде бы как даже не очень плохо. Да, все. И теперь сейчас я ее сполосну, промою хорошо. И, ну, в принципе, все. И, в принципе, все. Миланочка отнесет сразу внутренности. У нас здесь контейнер рядышком, мы не оставляем, естественно, здесь, потому что жара будет все это потом вонять. Поэтому сразу отнесет туда уже в главный бак. Ну что, давайте чистить, точнее, мыть. Промоем, потому что Паня Сипетич хорошо так его промывала. Всякие здесь внутренности, еще пленки я сейчас еще здесь да обрываю, то, что у меня осталось, у меня слишком, наверное, желчный чуть-чуть осталось. Сейчас мы промоем все. В следующее время я сделаю это. Не в следующее время, а в следующий раз. В следующий раз.
Ну все, друзья, кстати, вот, наверное, хорошо, что у нее чешуи не особо много у этой рыбы. Какую-нибудь тарелочку бы. Сейчас принесем. Руку на нет, чтобы положить. Ну, нет, все нормально. Чистенько. Я-то тебя оставляю плавники. Какая разница, они же все это так потом поджарятся. Все, вот это чистенькое. Ну и пани Цепетич нам посоветовала, что когда будете жарить рыбу, она говорит, вы ее хорошо просушите. Ну, в смысле, чтобы она не была мокрая. Это типа тоже одна из таких фишек. Как бы я об этом не знала, я бы и так бы как бы, ну, рыба сполоснул, там, кинул. Она вот именно сказала, чтобы была чистая, сухая именно. То есть она говорит, ее промокните, а потом... Сейчас, то есть что-то какое-то у нас... Немножко желчи видно чуть-чуть, но как бы какая разница, да, сейчас мы это все с вами отмоем. Ну, в общем, вот так вот, сейчас мы это прополощем, в общем-то, и как бы... Конечно, я не за 3 минуты это все делала, хотя, как бы, в принципе, почистила-то я быстро ее. Сами, в общем-то, видели в прямом, можно сказать, в прямом времени, без всяких каких-то. Так, ну что, все. Сейчас мы здесь этот беспорядок уберем. Моя рыбная премьера, дорогие мои. Я себя похвалю, сама себя. Что, я думаю, что я справилась, в общем-то, неплохо. А, вот здесь еще надо отрезать, наверное, этот плавник. Ну, в общем, супер. Почистила и даже вроде... Конечно, у нее не было много чешуи особо большой, что прям мне сюда летало аж к потолку. Но ничего, нормально. Если же потом... Фу, руки, конечно, будут пахнуть. Ну, как бы, ладно. Ладно, переживем. Нет, он и вали. Она говорит, ему все равно, ну, ладно, как бы. Все, почистила. Так что, друзья мои, я просто без муки, без всего я как бы не обваливаю. Я прям нормально на сковородку. Масло и специями, у нас такие специи итальянские, как бы, да, и все, и вообще классно. Так что желаем себе приятного аппетита. Уверена, это будет очень вкусненько. И думаю, что мы еще туда обязательно заглянем, в эту рыбарницу. Ну и, наверное, надо подумать о том, чтобы где-нибудь рядышком с этой рыбарницей поставить палаточку и предлагать местным туристам чистить рыбу. Шуткой, но, в общем, вот так вот. Так что, всех любим, обнимаем, целуем. С вами Аланчик Миланчик. Вот просто хотелось мне для вас снять такой веселый влог. Hello. Логичное завершение нашей рыбной эпопеи. Я считаю, что с хэппи-эндом. Еще маленькая ПСК. Кстати, на самом деле, я только потом вспомнила об этом маленьком лайфхаке. Дорогие мои, я... Помню, как, например, если руки пахнут чесноком, вы чистили чеснок, готовили, и рыбой, что лучше всего избавляет от этого запаха? Лимон. Я сейчас думаю, фуй, надо сейчас все это помыть. И, друзья мои, здесь стоит обычное самое дешевое моющее средство с запахом лиметки, цитрона, неважно. Просто понятно, что там как бы, ну, в общем, не натуральное, но, видно, экстракт какой-то там подобный этому запаху есть, друзья. И он абсолютно нейтрализовал этот вот... Ванизм, пардон, рыбы, руки не пахнут, абсолютно, вообще супер. Так что вот вам, если чистите рыбу с лимончиком или какое-нибудь средство с цитроном, с лиметкой реклама, и так далее. Реклама, понятно, как бы это не конкретное средство, а лайфхак вам. Так что вот такую сегодня я пришла вот на такую интересную вещицу. Ну что ж, а вот теперь уж точно ухожу, все, идем готовить рыбу. Всех любим, обнимаем, целуем, па-па-па.